Доброе утро, Дункан. Сюда. Эдвард! Эй, Эдвард! Я нашел того, кто купит оставшийся сахар. А? Большая удача! Он назвал вас Эдвардом. А, купец, который привез меня. Ему я представился чужим именем. А, мудро. Свидимся, Боннет. Удачи. Вы пунктуальны, Дункан. Сюда. Вот он. Тот, кого и тамплиеры, и ассасины искали более 10 лет. Мне сказали, тебя зовут Робертс. Это так? Думаю, ты узнаешь это. Если верить преданиям, чтобы войти в обсерваторию, нужна кровь мудреца. Ключ у нас. Осталось лишь найти место. Возможно, сеньор Робертс нам поможет. Доставьте его в мой дом. Столько шума из-за него. Неужто обсерватория так важна? Си, синдуда. Обсерватория – инструмент, созданный предтечами. Она поистине бесценна. Предтечами? Ясно. В одном из писем вы сообщали о желании убить наставника Майя Атабая. Вам удалось воплотить его в жизнь перед отъездом? Я... Нет, увы. Нет, слишком много препятствий на пути. Жаль. Но благодаря вашим картам мы доведем дело до конца. Да, таков замысел. Плохой маршрут, Торрес. Мы уязвимы. Что-то не так. Будьте рядом, магистр. Я тоже чувствую. Главное, защищайте мудреца любой ценой. Ассасины! Сверху! Они на крыше! Следите за улицами. Они могут быть везде. Сверху! Они на крышах! Следите за улицами. Они могут быть везде. Очищать мудреца!
ассасины! Сверху! Они на крышах! Не жди пощады! Следите за улицами! Они могут быть везде! Сверху! Они на крышах! Не жди пощады! Следите за улицами! Они могут быть везде! Защищать мудреца! А тебе ловкости не занимать. Не усложняй жизнь нам обоим, друг. Ноги прострелю!